Здравствуйте, меня зовут Федор Васильев, и это 38-й урок видеокурса «Landing Page для начинающих». И в этом уроке мы рассмотрим важный, полезный виджет. Это пунктирная рамка для наших объектов прямоугольников. Тоже очень часто бывает востребовано, очень часто бывает нужно, но раньше приходилось обходиться графикой, то есть делать на фотошопе картинку, а это уже дополнительный вес. Здесь же рамка за счет специального виджета, это у нас все делается с помощью CSS. Данный сайт опять открыт для примера. Здесь вы можете наблюдать здесь, здесь и здесь. И это выполнено одним виджетом. Аналогичный виджет, там также мы подбираем ID. То есть смотрите, здесь у нас в примере три блока. И у каждого блока свой ID. То есть каждому блоку я на холсте разместил три виджета и каждому виджету прописал ID каждого блока. Данный виджет также можете скачать на моем сайте. Я открыл сайт, иду в библиотеку. Он называется Border Style. И вытягиваем его на наш холст. И давайте нарисуем какой-нибудь прямоугольник. Зальем его каким-нибудь цветом и дадим ему какую-то рамку. Я сделаю ее пожирнее, чтобы мы видели. Смотрите, мы делаем простой обычный прямоугольник с обычной рамкой, и из этой рамки мы уже делаем пунктир. Как это делается? Сейчас нам нужно получить ID данного элемента. Опять мы идем в предпросмотр в браузере, чтобы получить ID. Правой кнопкой мыши кликаю по нашему объекту «Просмотреть элемент». И вот я могу сразу сказать, что у него ID U86. То есть, когда наш объект подсвечивается синим, когда я вот здесь вот в коде мышкой двигаю, значит, мы, скорее всего, указали на правильный раздел div и на правильный ID. Если даже я ошибся, ничего страшного, мы посмотрим какие-то ближние тут ID, которые могут, скорее всего, подойдут. Я считаю, что у него вот этот ID U86. Два раза левой кнопкой мыши выделяю и это копирую. Это же, конечно, можно от руки прописать, но мне это делать лень, поэтому мне проще скопировать и вставить. Значит, в нашем виджете заходим в настройки, ставим ID. И у нас тут есть всего лишь один параметр. Это какая должна быть пунктирная линия. Здесь есть двойная линия, более редкие, чтобы были пунктиры. Да? Здесь, смотрите, я английский знаю не очень хорошо, но здесь вам нужно просто каждый пункт повыбирать и посмотреть, какая будет рамочка у вас. Я оставляю по умолчанию и посмотрим, что у нас получается. Вот оригинал. И вот, смотрите, вы сейчас видите, да, у нас идет пунктир. Все очень просто, но смотрится очень круто. И никакой графики, да. Поэтому эти все элементы будут грузиться быстро, хорошо. Ну и давайте попробуем двойную посмотрим. Остальные все варианты вы уже посмотрите без моей помощи. Здесь у нас идет не пунктир, но вы можете видеть, что у нас тут двойная рамочка. То есть вот такой вот полезный виджет, и вот такие можно делать классные элементы. Соответственно, если вы рисуете, у вас какие-то есть еще объекты, делаете к ним рамки. То есть я надеюсь, вы понимаете, да, для этого объекта у него свой идентификатор. У каждого объекта свой идентификатор. Для этого вы просто вытягиваете еще один border style виджет именно для этого объекта. И уже идете в предпросмотр. И ID у этого объекта будет совсем другой. Вот, смотрите, тут можно не только пунктирные и двойные, смотрите, какая рамка здесь идет, некий градиент на рамке, да,
То есть вот таким вот образом вы делаете потрясающие рамки. На этом я заканчиваю данный видеоурок. Надеюсь, я понятно все разъяснил. И увидимся в следующем. Наверное, трудно представить себе современный лендинг-пейдж, сделанный в Adobe Muse, без сторонних виджетов. А где же их взять, спросите вы? Специально для вас я подготовил пак качественных и самых востребованных виджетов. 121 виджет ждут вас. Всего в 2 клика вы сможете скачать абсолютно бесплатный потрясающий виджет. Например, меню для мобильных устройств. Несколько вариаций мобильных меню. Уникальные слайд-шоу. Всевозможные эффекты с текстом. Круговой прогресс-бар. Маска с текстом. И многое другое. Чтобы скачать виджеты, перейдите на мою страничку, адрес, который вы видите у себя на экранах. Просто впишите сюда свой рабочий электронный ящик и нажмите на кнопку «Забрать виджеты». К вам придет письмо с подтверждением вашей электронной почты. Обязательно подтвердите, иначе виджеты не придут к вам на почту. Второе письмо придет к вам автоматически, где вы сможете скачать 121 виджет. Делайте лендинг-пейдж, делайте их круто!